Чистота. Генеральная уборка в Красноярске полным ходом идет. Только вот от той самой генеральной уборки одно название. Улицы Красноярска как будто бы завалены вязкой кашей. Снег чернее асфальта, причем лежит он везде. На дорогах, обочинах, пешеходных переходах. Вот такие кучи здесь с выходных. Грейдер прошел, большой валун сделал. И получается, все воскресенье этот валун стоял посреди дороги. Так его никто и не убрал. А сегодня утром выезжал, валун стоит на месте, и дорога полностью перекрыта, пробки у нас, как всегда. В чем основная проблема Красноярска вот при таких чистках? Не работают. Такое впечатление, они их вообще не чистят. Их чем-то посыпают вот грязью, натуральной грязью. Грязь везде. Невозможно. Вы видите, что с ногами делается? Все сапоги грязные. Мокрое, скользкое, грязное покрытие провоцирует множество аварий. Разметки почти не видно, авто заносит при поворотах, а парковка превратилась в настоящий кошмар, жалуются красноярцы. Очень неудобно ездить по дороге и по прилегающим территориям, допустим, к торговым центрам. Машина часто скатывается, можно либо повредить машину, либо сбить пешехода. То есть, как таковой я уборки дорог не замечаю. О том, что в эти выходные планируется тотальная чистка, на прошлой неделе заявили в мэрии. Якобы вывели максимум техники, а это почти 150 и 400 рабочих. Использовать собирались только песок и соляной рассол, оттого и мокрая дорога. Конечно, свою роль сыграла и погода. Реагент, сказали, не сыпали нигде. Только вот горожанам слабо верится, а если быть точнее, не верится совсем. Такой соли не использовали, использовали 100% бионорды и тому подобное. Потому что видно по крупицам, по крапинкам на остатках на машин, что это было явно не соль. Да, химия даже не отмывается. Химия не химия, а все-таки машины после этих выходных не в лучшем виде. Вот такие авто мы встречали по Красноярску. Белые следы оттереть будет не так просто, но еще тяжелее будет владельцу этой «Тойоты». На его машину уж точно без слез и сожаления не взглянешь. Вот и мне страшно и обидно за свою машину. За рулем я совсем недавно. И уже посмотрите, сколько белых пятен. Здесь, сколько грязи. В общем, я познала все радости водительской жизни в Красноярске. Ну и к тому же, грязные ноги, грязная машина. И моя задача сейчас съездить прогуляться с собакой. И чувствую, здесь без сложности тоже не обойдется. Да, Джонни? Ты тоже возмущен. По большому счету, у горожан к коммунальным службам просьба одна. Если вы топите снег и лед, тем более на всех улицах сразу, будьте добры, уберите за собой. Елена Сенкевич, Андрей Крупнов и Иван Дорофеев, Енисей. Новости.